Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я поделюсь с вами своими наблюдениями о том, что британцы выбирают в одежде, их особенности и предпочтения. Классический стиль в Лондоне держит, естественно, пальму первенства. Я заметила большое количество узких брюк с небольшим клёшем чуть выше колена, как раз у этой леди видим. А также заметила пальто с лацканами из меха, либо натурального, либо искусственного, как раз было у леди, которая прошла только что мимо нас. Брюки палаццо. Модные нынче, но я часто слышу неправильное определение фасона этих брюк. Брюки палаццо – это брюки, которые из тяжелой струящейся ткани облегают и не дают объем по бедрам и имеют клеш по низу. Клеш может быть небольшой, либо совсем объемный, в зависимости от вашей фигуры. Ботинки мартинсы шикарно миксуются в casual образе. Очень интересную идею я заметила в витрине Max Mara, когда под пальто можно надеть тоненькую балоневую курточку с капюшоном. Балонь – это та ткань, которая непродуваемая, и она позволит вам остаться в красивом пальто, но в стране, в которой много ветра, а Британия славится своими ветрами, вы останетесь в красивом пальто, но вы не будете продуваемая сквозняком насквозь. А вот вы уже наблюдаете, как на улице вышла эта модель, и вот дама элегантного возраста ее нам продемонстрировала. Я не могу пройти мимо моих вот этих красивых стрит-стайлеров. Я думаю, что вы заметили мою особую любовь к животным. Лондон, на мой взгляд, по праву является мировой столицей мужской одежды. Savile Row – это улица, на которой находится ателье мужской моды. Здесь лучшие лондонские портные шьют одежду безупречного качества, по индивидуальным заказам без ПОК. Представьте, что здесь находится ателье с 200-летней историей. Как правило, на витринном этаже находятся примерочные, где клиентов встречают. Как раз я вам снимаю, это нижние этажи, непосредственно где находятся мастерские и работают портные. Для меня, как человека, который является портным, это очень приятно, и я прям чувствую какое-то родство. Цены в этих ателье от 2 до 4, до 8 тысяч фунтов за пошив костюма. И срок изготовления 2-4 месяца. Хочу обратить ваше внимание на леди элегантного возраста. На ней надета юбка в клетку. Так вот, тартан или шотландка – это множество вариантов клетки, которые принадлежат семейному клану либо семейному роду в Британии, и они занесены в определенный реестр. Это очень интересно. Это инстаграмщицы, они часто попадают ко мне в кадр, то есть это те, кто ведут свои странички в инстаграм и приезжают на красивые улицы в Лондоне, чтобы делать для себя красивые фотосессии. Шапар – это швейцарский производитель часов и ювелирных украшений премиум-класса. Что интересно, основал ее 24-летний сын фермера. И на сегодняшний момент Шапар изготавливает пальмовую ведь для Каннского кинофестиваля.
этой табличке указаны города, в которых находятся бутики этого бренда. Обращаю ваше внимание на ботинки у леди, которая идет по правой стороне. У них абсолютно зеленая подошва. Это очень интересно и привлекло мое внимание. Англичане, британцы, они не боятся экспериментировать, они любят многослойность, интересные конструктивные линии в фасонах. Этого я встречаю очень много, я думаю, вы это все заметили в моих видео. Такой вид клетки называется оконная рама, когда между линиями есть большое пространство. Это Burlington House. Я часто снимаю в этом заведении свои видео. Раньше он был оформлен в стиле Бондианы, а сегодня его оформление в стиле предстоящей Олимпиады. Так вот, это один из первых и самых старых торговых центров в Лондоне. Он открылся в 1819 году. И, кстати, это самая длинная крытая улица в Европе. И что еще интересно, за порядком в этом помещении следит собственная охрана. Ее владелец создал собственное охранное предприятие. И что интересно, полицейские до сих пор носят историческую форму, которую они носили еще в период открытия. На бренда Sandro и интересная идея соединения. Это может быть и курточка, и пальто, когда мы соединяем стеганый элемент с пальтовой тканью, либо трикотажный элемент, либо стеганый. Он может быть в монохроме, как в этом варианте, либо сделан на контрасте. Самая важная особенность, которую я заметила у британцев, и меня она лично очень вдохновляет, что когда они выбирают для себя одежду, они не стараются выпендриться, извините за мой слоган, либо выделиться. Их цель – проявить себя и наполнить окружающий мир красотой, ну, естественно, создать для себя красивое настроение. Это настолько чувствуется и приятно, и настолько комфортно лично мне находиться в этой среде, да и, в принципе, всем окружающим. Спасибо вам огромное за поддержку моего канала, за ваши лайки, за ваши просмотры, а самое главное, за ваши комментарии. Я обожаю читать ваши комментарии, особенно когда вы пишете, на какой именно образ вам понравился, на что вы обратили внимание, на какой-то акцент, на какую-то деталь. Для меня это очень интересно.
поэтому пишите, оставляйте, я по возможности буду с вами со всеми общаться и писать. Спасибо вам, мои дорогие, здоровья вам всем, вашим семьям, и до новой встречи на моем канале. Yeah.